мы с вами посетим два магазина, которые вы хотели видеть, обзор на которые вы хотели видеть в нашем видео. Это магазин Кочтаж, где можно купить все для дома, мебель, строительные материалы, что-то по мелочи, и поедем в магазин Метро. Поэтому оставайтесь с нами, покажу вам цены и ассортимент. В магазине Кочтаж есть также мебель для сада, пластиковая мебель. Ну, вот, например, наборы по 150 лир. Есть также стулья по 24 лиры, 80, 90 и так далее. Айхан, сен бир шей сөйлемек истедин? Не сөйлемек сөйле. Сөйле? Хайш. Привет. Давайте пройдем внутрь. Также есть кухонные наборы. Можно купить вместе, можно купить отдельно. Магазин очень большой. Пожалуйста, новогодние елки. А вот и Наташа. Привет. Какая случайная встреча. Кто... О чем пишете? Подожди. Кто вспомнил Наташу, поставьте пальчик вверх. Да. Наташа у нас с магазина Оливита, так что по приезду в Аланию не забывайте заходить. Не забывайте, обязательно ждем в гости. В описании оставлю ссылку на Facebook. Вы зачем пришли? Мы за краской. А мы зачем-то пришли, мы за какими-то лампочками пришли. В общем, мы за краской, Наташа за лампочками. Все здесь. И с наступающим Новым годом. Да, кстати, елки продаются, все. Посмотрите, как классно. Вы уже нарядили? Ну, мы будем. Да. Сейчас скажу по себе. У меня елка состоит с прошлого года. О-о-о! У нас Новый год. Какой-то долгожитель. Ну, мы ее не разбирали. Апрель наступил, потом июнь. Я думаю, ну нафиг, скоро и декабрь. Логично. Так что вот так, друзья. Заходите к Наташе, ну а мы пошли гулять дальше по Кочтажу. Можно купить обогреватели для дома от 500 лир. Кстати, самые хорошие, экономичные. Очень много здесь разных кондиционеров, цветы, что хотите для сада. Ну и, конечно же, есть мебель, спальные комнаты, кухни, столы для молодежи. Вот, например, письменный стол. 160 лир. И мне очень понравился вот этот стол, кстати. Если бы у меня не было, я бы себе такой взяла. Очень много светильников. Светильников. Ламп различных. Ну, посмотрим, например, вот эти вот лампы. Какую они цену? 94 лиры. В интернете такие лампы можно купить по 50 лир. Там я и брала. Люстры на любой вкус. Можно здесь приобрести освещение для дома. Даже есть вот такие вот современные, какие-то металлические. Стоит 199 лир. Постельное белье. Шторы, жалюзи. Очень-очень много вариантов. Вот такие вот панели для стен. Сейчас посмотрим, почем. 31 лира. 31 лира. Ну, кстати, классно вот так вот вот этими панелями выкладывать стены. Различные наклейки. Сушилки для белья. Вешалки. Краска. Огромный выбор краски. Мы ищем краску для мебели на водной основе. Нашли, но очень огромная банка. Поэтому купим в другом магазине. Ну, а так, на самом деле, здесь очень-очень большой выбор краски. Всякие различные коврики для дома. Какие-то... Вот есть ламинат. Разные виды ламината для чего угодно. Принадлежности для ванны. Набора. Ну, цены 14 лир, 60. Унитазы. И наборы для спален. О, гюзель. Садыжи, я так беру, скачук. Вот такие вот есть шкафы. У нас, кстати, такой есть. Очень удобно им пользоваться. Сместители, краны. В общем, здесь, в этом магазине, вы сможете найти очень много различных
видов клея, какие-то строительные материалы. Клейка-лента одной, посмотрите, сколько здесь видов. В общем, в этом магазине есть все. Двери входные. Ну вот, например, дверь межкомнатная. 289 лир. Вот такие вот двери еще есть. Открывающийся, закрывающийся. Есть здесь различные приборы. Сейфы, ручки, клейка-лента. В общем, здесь отдел все, что можно использовать, всякие инструменты для строительства, ремонта и так далее. Дрели одних, посмотрите, сколько. Различные цены, 500 лир и так далее. Посмотрите, какие миленькие держатели для дверей есть. И всего стоят 4 лиры. Вот с таким глазом Фатимы, со всякими божьими коровками. И самое главное, конечно, новогодние елки. Ой, посмотрите, какая классная елочка. 159 лир. Здорово. У нас, конечно, не такая большая, у нас вот такая вот. Мы, наверное, ее покупали года 4 назад и всего за 50 лир, по-моему. Но сейчас цены уже выросли. Вот такая маленькая, 36. Вот примерно у нас вот такая вот елка и есть дома. Всякие разные елочные украшения. Ну, выбор не такой уж и большой. Поэтому сейчас мы едем в магазин Метро. Очень много было народу сегодня, поэтому мы даже то, что взяли, оставили на кассе там по мелочи и решили посмотреть Метро, потому что не очень хочется стоять полчаса на кассе. Поэтому сейчас, друзья, как я уже сказала, мы едем в магазин Метро. А вот наш железный конь, точнее, пластиковый конь. Айхан, Метро Хазырмасын? Мы приехали в магазин Метро. И про магазин Кошташ еще хочу сделать одну заметку. То, что это достаточно экономичный магазин. В Алании есть еще один магазин такого плана. Это Текзен, который находится около Кипы. И в этих магазинах вы можете приобрести товары по достаточно экономичным и приемлемым ценам. Ну, а Метро не очень, не очень дешевый, кстати, магазин, но в нем есть практически все и продукты, которых вы не найдете в том же самом магазине Шоу, Бим и так далее. Цены чуть выше, но выбор больше. Давайте пройдем внутрь, я уже вижу, что здесь много народу, посмотрим, что там есть интересного сегодня. Конечно же, в Метро тоже продают елки и много всяких разных новогодних украшений. Смотрите, вот есть беленькие елки, но они не беленькие, такие серенькие, но мне, например, очень нравятся. Елки в пределах 200 лир, много разных видов, ну и, конечно же, детские здесь всякие разные развивающие игрушки. Друзья, цены я вам говорить не буду, потому что здесь столько всего, и вы сможете, приехав сюда, уже сами выбрать то, что вам необходимо. Очень много новогодних разных украшений. Ну вот, например, такая стоит коробка из 8 шаров, 15 лир. Посмотрите, какие классные, огромные шары. Обожаю новогодние игрушки. Очень всем прям все ярко и красиво. Есть вот такие вот разные, даже не знаю, что это. Копилочки, наверное. А, нет, это тоже, представляете, тоже новогодние игрушки. Очень интересно сделаны. Ну и, конечно же, куча дождика. Всякие санты, шапки, мешочки. Ну и здесь уже идут у нас детские игрушки. Посмотрите, какой огромный медведь. Всего за 60 лир. Ой, супер, такой мягкий-мягкий прям. Очень классный. Так, где Айхан?
надо у него. А вот еще один тоже за 60. Но этот потяжелее, не такой мягкий. Вот такие вот пиджачки мужские за 70 лир. Много разных курток по 90 лир. Здесь, кстати, очень много. По 80 лир. Вот такие вот пуховички. Все на скидках. Здесь очень много спортивной обуви, кроссовок. И она, кстати, здесь оригинальная. Всякие разные сапоги, кроссовки. 60 лир. Есть дорогие, есть дешевые. И здесь мужская одежда. И уже начинается бытовая техника. Из бытовой техники здесь тоже можно приобрести и телевизоры, от самых дешевых до самых дорогих. Из бытовой техники здесь есть холодильники, стиральные машины, в общем, все, что вам необходимо. Вот такой вот огромный телек. Так, посмотрим, сколько он стоит. 2890 лир. Какая-то у нас марка. Марка неизвестна. Ну, в общем, такой огромный телек. Есть еще вот такой. 2000 лир всего. 55 инчи. Тоненький, классный телек. А, марка у него Sunny, турецкая марка. А этот был, кстати, Samsung. Да, для Samsung отличная цена. Очень много здесь различных канцтоваров. И дальше идет здесь у нас с напитками. Отдел с напитками, порошки и так далее. В общем, друзья, все, что вы хотите для вашего дома, можно здесь найти. Мы пришли в рыбный отдел. Сейчас вам покажу цены на рыбу. От 20 лир цены. Например, что у нас здесь? Креветки 30 лир. Вот такие вот огромные 13 лир. Не знаю, взять или нет. Есть здесь еще всякие крабовые палочки, но очень они дорогие. Вот такая упаковка 21 лира. И есть красная рыба. Очень она подорожала, конечно. Раньше мы брали, кстати, вот эту вот. И она стоит теперь килограмм 119 лир. Мы взяли рыбу красную. Здесь все очень-очень свежее. Мы с Айханом взяли красную рыбу. Вот это вот 54 лиры килограмм. И здесь еще есть хамси мы вёк. Ага. Есть еще какие-то крабы. Вот это я не знаю что, какая-то очень интересная рыба. И мы взяли вот эту вот рыбу чепуру по 24 лиры. На неделю, думаю, что нам хватит. Друзья, единственное место в Алании, где есть снег, это магазин Метро. Посмотрите, сколько здесь снега. Так что, если вы хотите потрогать снег, приходите в магазин Метро. Да, я тоже соскучилась, пока снег был. Нет, я не соскучилась. Я соскучилась. А вы откуда? Здорово. Вы здесь живете? Да, я в Стамбуле. 24 года. 24 года в Стамбуле? У меня сын учится здесь. А? У меня сын. Сын учится в этом институте Алания. А, в Актерисе. 5 лет, да. Актерисе. Есть здесь еще всякие разные морепродукты, креветки огромные, но стоят они по 50-70 лир. Например, вот такие вот 54 лиры, по-моему, килограмм стоят. Есть кальмары. Но, друзья, очень как-то все дорого. И мы, вот какая-то рыба. Буне? А, вот еще какой есть кальмар. 69 лир и порезанный 199. Обалдеть. Ну, конечно же, есть всякие разные фрукты. Фрукты, овощи. И вот там вот дальше продается хлеб.
можно найти что-то похожее на русский хлеб по цене 6 много лир. Здесь разных видов хлеба, но мы в основном берем вот такой, что-то похожее на наш российский хлеб, и стоит он 7 лир. Все подорожало, друзья. Еще есть вот такой вот хлеб, но это турецкий спарте. Всем любителям бич-пакетов посвящается. Есть вот такие вот в стаканчиках. Есть вот такие. Стоит лира 25, ну, а стаканчики стоят 3,50. В общем, очень дорого. В шоке. Мы, кстати, покупаем все это дело всего по 1 лире. Айхан, сандели макарны савермусы? Айхан не ест такие макарошки. Такие макарошки ем только я. Ну, а сейчас покажу вам, что здесь есть более или менее интересного. Здесь у нас салча. И дальше начинаются ряды с кухнями мира. Можно купить вот такие вот огромные банки горошка, грибов, различные консервы, рыба. Ну, сколько, например, стоит? Две баночки стоят 14 лир. Вот самая дешевая. Три упаковки. 7,99. Ну и здесь начинаются кухни мира. Например, все для суши. Соевый соус. Кокосовое молоко. Кстати, очень вкусный суп с него получается. Дальше здесь у нас есть... Господи, как это называется по-русски? Джинджер для суши. Но я его ем просто так. Очень, кстати, классная штука. Имбирь. Килограмм стоит 20 лир. Можно взять вот такой цветной. Но я беру в основном вот такой вот. Всякий разный рис, макароны. Здесь у нас американская кухня. Здесь можно найти всякие разные соусы, кто любит. Индийская кухня. Тоже много различных соусов. Чили и так далее. Ну, конечно, цены здесь чуть дороже. Здесь у нас все уже вперемешку. Кетчупы. И посмотрите, какие огромные банки майонеза. Кто любит майонез, тоже может купить себе такую банку и улопаться. Кстати, на Новый год вот такая вот банка прям самая. Ну, давайте посмотрим, сколько она стоит. 68 лир. Майонез. Айхан очень любит фасоль. Посмотрите, какую огромную банку он нашел. Можно объесться. А здесь холодильник, в котором плюс 2 градуса всего. И здесь продается очень много сыров. Вот такой вот сыр, например, 14 лир. Ну, как я уже говорила, друзья, здесь цены дороже, чем в обычных супермаркетах. Мы в основном здесь берем колбасу. Здесь есть масло, молочка, всякая разная, какая хотите. И здесь вот есть колбасный отдел. Сейчас вам покажу, где мы покупаем. Мы покупаем в основном вот такую вот большую колбасу. Стоит она 49 лир килограмм. Есть дешевле, есть дороже. Вот по 28 есть. Здесь различные сосиски можно приобрести. Например, вот такая вот маленькая упаковочка 12,50. Есть еще колбаса, суджук. Вот, например, суджук какой-то по 9 лир. И я, кстати, очень люблю брать вот такую вот штуку. 17 лир она уже стала. Цены просто растут невероятно. Это индейка, килограмм, 400 грамм, 17 лир. Было недавно 12 лир, уже 17 стало. Ужас. Ну и здесь есть вот такой мясной отдел. Здесь также есть всякие разные пельмешки. В общем, много-много всего. Сыры, покажу вам сыры. Колбасный сыр мой самый любимый. Очень здесь дорогой. Не вижу его. В общем, маленький кусочек сыра стоит 10-15 лир. Совсем тонюсенький. В общем, вот так вот выглядит мясной отдел в метро.
большой выбор, но цены достаточно. Также здесь есть отдел с вином. Посмотрите, какие классные бутылки. The red wine, красное вино, белое, розовое, тоже красное. Ой, прям обожаю вот такие вот. Айхан, чё гюзельку шейлер? Дейльме? Очень красивые бутылки, прям обалденные. Чё гюзель, а? Тасарым. Ну, а я сейчас вам покажу вино, которое мы покупаем всегда. Пардон. Это вино Жан-Поль Шене. Кстати, напишите обязательно в комментариях, какое вы любите вино. Вот оно. Жан-Поль Шене. Самое вкусное вино, друзья, которое только есть. 38 лир. Бутылка белого. Это у нас что? Есть вот такие вот еще маленькие бутылочки. Оно есть красное и розовое, но мы возьмем белое. Наш шопинг метро завершился, друзья. Сейчас покажу вам, что мы взяли. Ну, поскольку мы на диете, мы взяли много мяса. Взяли айхан туршу, вино, суджук, конечно же, мясо, вот такой вот жамбон, рыбы, хлеб, много овощей, курицу, всякие разные шницели и мясо. Я думаю, что стоимость этой корзинки, наверное, лир 200. В общем, сейчас пройдем через кассу, и я скажу, сколько все это дело стоит. Из электромопедов в метро остались только вот такие 3300 лир, трехколесный. И чуть помощнее, 2700, мощный мопед. Остались только такие, все остальные разобрали. И, в общем, все наши покупки, 250 лир, вышли. Купили мы еды, наверное, недели, но мясо точно недели на 2, на 3. Овощей, фруктов купим на рынке. Ну, а с вами мы на сегодня прощаемся. Надеюсь, вам понравился наш обзор магазина Метро и Кочташ. Айхан. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео. И, конечно же, пишите вопросы в комментариях. Будем рады ответить. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.